Здравствуйте, друзья. Собственно, я хотел просто сделать такой короткий анонсмент, что у нас в 9 утра в субботу, соответственно, в 11 вечера в пятницу в Кремниевой долине, а в 9 утра по Москве следующего дня в субботу у нас, как обычно, в это же самое время будет встреча в прямом эфире. Я единственное, что постараюсь, если будут опять вопросы типа Java, Python или такое, что мы каждый раз обсуждаем, я, наверное, просто буду как бы их игнорировать, пусть народ не обижается, а просто мы будем стараться сосредоточиться на вопросах посерьезнее. И кроме того, у меня всегда есть там 1,5-2 десятка вопросов в записи, которые есть. Мы можем с ними поработать, но, в общем, мы как бы не хотим время тратить на такие странные вещи. Вот. А так уже вам в качестве такого сувенира, это вот табличка, которая показывает, это называется graduation rate, да, то есть какой процент выпускников, значит, выпускается, то есть реально заканчивает. Ну, вот это 4-летняя, вы видите, то, что они пришли учиться за 4 года на 4-летнюю программу. И вот, значит, что с ними случилось через 4 года? Потому что там еще будет отдельная табличка на через 5 лет, что через 6 лет, что. Ну вот, вы видите, что последние, это те, кто в 2008 году начал учиться, вот у них, значит, все про все чуть меньше 40%, белые чуть повыше 43%, у афроамериканцев совсем плохо, тут 21,4%, у хиспаникс немножко получше, значит, там 30%, ну и так далее. Это большой такой длинный документ. Вот вы видите, как он там, это самое, если захотите посмотреть, он есть. Вот, так что изучайте сами, если будет интересно. А я с вами на этом прощаюсь. И до встречи буквально через 7 часов. Счастливо!